Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здоровья. В прошлый раз не дали нам порыбачить на этом красивом, хорошем местечке, удобном для ловли. Пришли двое рыбаков, начали шуметь, ну и, соответственно, стая леща отошла и перестала брать. Приехал я сегодня в среди недели. Погода сегодня стоит пасмурная, рыба почему-то не плещется, может быть, уже ход прошел, не знаю еще пока. Сейчас буду замешивать прикормку, закармливать место и буду начинать ловлю. Нарядил я удочку длиной 63 метра, поставил достаточно большой поплавок, который хорошо видно. Сделал оснастку с подпаском и рыбачу сейчас со дна. Сделал стартовый закорм 5 шаров прикормки и сейчас жду подхода рыбы. Рыбка начинает потихонечку плескаться. Надеюсь, что сегодня будет клев. Клюнул первый подлещик со дна на кусочек самодельного теста. Вот такой, грамм 300, наверное, есть. Долго приклевывался, но дожал. Интересно. Начался уже дождик. Я уже успел попить чайку. Уже два раза сделал закорм. Еще ни одной рыбки не поймал. Ну, потому что я сегодня нацелен именно на подлещика. Вот. Ловлю со дна. Поэтому и рыбка клюет соответствующая. Оснастка у меня сейчас идет с подпаском. И насадка сейчас лежит на дне. Когда рыба подойдет, начнет ее брать, поплавок начнет чуть-чуть плясать, вот прям как сейчас. И потом, когда рыба уже полностью осмелится, возьмет нашу насадку, она немного приподнимет поплавок. И на поверхность вылезет полностью вся антенна. Вот как бы за этими поклевками я, собственно говоря, еду, потому что это прям поплавочный кайф. Особенно тогда, когда клюет крупный лещ. Он вообще весь поплавок сразу же выкладывает. Красота. Вот кто-то шевелит. Сорожка со дна на тесто клюнула. Ну что, нормально. Периодически подкидываю шарики прикормки для того, чтобы сохранить активность рыбы на точке. Прям с
утопляет. Пошла куда-то, пошла. Идет. Ну. Ух ты, сразу две. Давненько так не было. Вот она, хирабуна в действии. Клюет сразу по две рыбы. Четко. Зачетный сорожняк. Удилище у меня сейчас стоит на специальной подставке. Кончик удилища у меня в воде. О, кстати, поклевка. Это кто у нас клюнул? Это плотва. Причем здоровенная плотва. Офигеть. Да, он у меня таких не ловил. Решил рассказать вам о том, зачем у меня кончик удилища в воду смотрит, опущен. И тут вот такая красавица клюнула. В общем, кончик удочки у меня опущен в воду для того, чтобы леска основная проходила под водой. Когда леска основная проходит под водой, то поверхностное течение ее не трогает, и у вас вся оснастка стоит на одном месте, никуда не двигается, даже несмотря на ветер. Ух, потащило, как потащило. Ух. Это вот приподняла. Такую я готов ловить хоть целый день. Хорошую. В общем, самое главное в этом способе ловли — это кидать постоянно в одну и ту же точку. Если кидаешь чуть левее или чуть правее, то поклевки придется ждать. А если кидаешь прямо вот строго в одну точку, то поклевки практически сразу же идут.
заедает потихонечку. Может, там уже сразу две рыбы клюнуло. Сейчас попробую подсечь. Ну давай, шевельнись хотя бы чуть-чуть. Я-то думаю, что там такое? Клюнуло, ребят. Опять. Вот так. Сразу две. На верхний крючок на более большой кусок теста рыбка покрупнее. На нижний крючок на маленький кусок теста рыбка поменьше. Херабуна. Вот оснастка сейчас лежит на дне. И вот так вот клюет плотва. Подлещик обычно поплавок поднимает, а это вот топит. Но иногда бывает, подходит крупная плотва и поплавок поднимает тоже. Это так обычно происходит. Такая вот берет плотва. Ну что делает, а? Такое вот место у меня. Помост, вон рыбка плещется. После того, как рядом с поплавком произошел хороший всплеск, поклевок сорожки стало намного меньше. Обычно только закидывал, сразу начинало клевать. Сейчас, видимо, подходит стайка леща. Пузатая какая. Ух, какая поклевка. Ух ты. Тоже она пошла сразу. Подлещик клюнул. Подлещик. Наконец-то дождались. Чего. Наконец-то дождались. Небольшой, на тесто клюнул.
Поднимай. Лещ. Лещак. Лещара. На полтора. Я уж думал, там лещ потащил. Плотва. Мимо садка, блин. Ловил я сегодня вот на такую вот удочку. Это херабуна. Длина у нее составляет 6,3 метра. Тест 2 восьмых, то есть это достаточно жесткое удилище. Больше похожее на евромах. Дальше. Использовал вот такой поплавок. Тоже для ловли на херабуну. Поплавок с длинной антенной, который очень хорошо показывает тогда, когда рыба берет насадку со дна. То есть он поднимается очень высоко. Намного лучше, чем всякие там гусиные перья. Но я считаю, что поплавок гусиное перо — это, ну, его уже пора забыть, так скажем. Леска 0,22 основная. Дальше вот такой вот грузик скользящий. Вот такой вот раздуитель поводков. Здесь же у меня идет подпасок. И поводки с двумя крючками на поводках. И у меня леска стоит 0,16. Кто-то может сказать о том, что снасть очень грубая. На самом деле, когда ловишь на херабуну, вообще глубоко наплевать, какого диаметра у тебя леска. Рыба доверяет насадке, рыба подходит, заглатывает, ее жрет, и спокойно сидишь, ловишь. Не надо ухищряться там с лесочками 0,1 там, и так далее и тому подобное. Вот 0,22 и 0,16. Можно было бы вообще 0,18 фотки поставить. И все, это вся эта снасть позволила мне сегодня наловить вот столько рыбы. Это мой сегодняшний улов. Вполне достойно. Рыбачил я сегодня вот в такой вот красоте. Сегодня 25 мая. Уже совсем скоро можно будет ловить хищника с лодки. Пока что ждем. Ловим на поплавочек и получаем кайф от контакта с природой. Всем вам ни хвоста, ни чешуи, крепкого здоровья, хорошего настроения. И увидимся с вами в следующих видео. Опа.